сделал внешние выводы, ну, это он так подумал, и стал читать Агам Бакиям, Калакутах, это известная шлока, и она говорит о том, что ведьма Путана была ужасным, омерзительным живым существом. Ее цель была очень простая – отравить всех детей Вриндавана. И у нее была простая задача – отравить всех, убить всех детей. И в силу того, что она пришла, чтобы убить детей во Вриндаван, она взяла младенца Кришну и, полностью очарованная, она предложила ему свою грудь. Ну, поскольку ведьма Путана могла, Людмила Путана, принимает различные формы, то она приняла форму кормилицы, прекрасной, так сказать, девушки с пышными бедрами, да, там, молодой матери, которая сказала: «Ой, какой красивый ребеночек, дайте мне сейчас, я его тоже своей грудью покормлю, там, давай, ну». Вот. И Кришна, когда он видел такую большую, приятную, пышную грудь, сначала посмотрел на грудь, потом на Путану, и потом Кришна понял, что в образе этой прекрасной девушки такая пешачья, демоница. И тогда Кришна, как говорят писания, закрыл глаза и вцепился зубами в грудь. И это было подобно тому, как, знаете, со шлепком вводится иголка. С одной стороны, Путана была тут же высосана Кришной вместе с молоком. Молоко пошло как антисептик любви. То есть ведьма Путана, она когда взяла Кришну, она увидела, что это самое приятное живое существо, и она не поняла, что сейчас Кришна высасывает из меня жизнь, он высасывает меня из меня. И Кришна выцедил из нее вместе с молоком, он высосал душу, а остальное все выплюнул, Путана упала и превратилась в огромную демоницу. И пастушки, они прибежали, что такое случилось, как это произошло, они... И вдруг они увидели, что на груди ведьмы Путаны, а груди ведьмы Путаны там волосы, как деревья. Огромное тело, ужасное тело, играет Кришна. Они думают, как это произошло, демоница хотела его украсть, а Кришна беззаботно катался по ее груди, как это самое, на горках, там, в волосах, там ее запутывался в обезьянях. Ну, такая Квазимода реальная. Ну, вот. Но когда обитатели Вриндавана подумали, что ее нужно убрать из Вриндавана, что они стали делать? Они стали разрубать ее, невозможно было утащить. И тогда пастушки стали разрубать ее на куски и бросать эти куски в огонь. И что произошло? Ее тело было подобно агуру, оно горело, как благовоние. И все в Вриндаване сказали: откуда такой приятный аромат идет? Это там ведьмы Путана жгут. И Шлока и Шримад Бхагаватам говорят, Господь Шри Кришна, который принял образ удивительного младенца, знал, что перед ним ведьма. Нет того, что Господь не знает. И как говорит Вишвадан Чакраварти Такур, закрыл он глаза по двум причинам, чтобы не видеть ее ужасного оскала, кстати, как она будет из кормилицы превращаться в ужасную Квазимоду. И второе, он убивал женщину. Господь очень как бы лоялен, он очень любит женщин, он не любит их убивать. Но поэтому Кришна сделал это с закрытыми глазами. Ну, типа, но он высосал ее. И Шифрам Даянти Шаланам Браджену. Суть этой шлоки говорит еще, кому еще можно предаться, скажите? Кто видел того Господа, который своего врага превращает в своего возлюбленного, ибо Путана обрала место матерей? После того, как Кришна высосал ее, вдруг во Вриндаване появилась какая-то прекрасная девушка, которая почувствовала родительскую любовь. Не знаю, кто ты такая? Кто ты такая? Даже не понимаю, что это та демоница, которая была. Эта девушка была столь прекрасная, она обладала высшим совершенством сакхи-расы. Представляете, да? То есть, и Павел сказал, за то, что скромно, даже ты пришла убить меня. Она пришла убить Кришну, тот, кто своих врагов превращает своих преданных. Они приходят убить его, а он дает им Кришна прему. И когда Пундарик Видинхи услышал эту шлоку, его стало втыкать, он взял и разбил свою трубку. И в этот момент из его глаз потекли слезы, он разорвал свою одежду, и в экстазе его колбасило, он повторял эту шлоку. И Гадхар Пандит понял, что передо мной Рага Бхакта. Рага Бхакта. Одна шлока может пробудить в нем столь глубокое переживание любви,
что он, это бхакта, который пребывает на платформе чистой раги, он вне правил подписания, он вне материальных, он внешне похож на аристократа. На самом деле в его сердце живет удивительная Кришна-према. Эта Кришна-према тут же была проявлена. Это не был какой-то там сентимент, это был глубокий транс, в котором Пундарик пребывал. И в этой связи когда Господь использовал Бригу Муни, Бригу ударил его ногой в грудь, Кришна сказал такую фразу: «Мои стопы пребывают в сердцах моих преданных». Если вы думаете, где я, мои преданные медитируют на мои стопы. Если вы думаете, что так легко достичь моих стоп, не думайте, что это так легко. Сначала необходимо найти чистого преданного Кришны, Чамахатма Судур Лабак, которая такая душа крайне редка. И что вы увидите? И вы увидите, что мои стопы там. Мои стопы, которые массируют Лакшми Деви, не так легко достижимы, как вам кажется. Не думайте, что в этом мире есть такой храм Падма Набхи, Падма. Падма – это стопы. В Гае, в Бодгае, где стопа Господа Вишну отпечатана. Время от времени в разных местах Индии святые места есть, где стопа Господа Вишну отпечатана. А на Говардхане есть Говардхана Шила, Гирираджа Шила, где, который дал сам Кришна Санатани Госвами, где отпечатана стопа Кришны, копыта теленка и посох Баларама. Вот такая вот стопа Кришны. У Кришны были вот такие лотосные стопы. А вот такие лотосные стопы. Почему, как вы думаете? Знаете почему? Да, потому что Кали-Юга было другое время. Поэтому то, что сейчас, вот такие у нас маленькие карликовые лапки с кривыми пальцами. А стопа, Господи, вот такая вот. Ты смотришь, отпечатанная стопа. И этим стопам можно за 100 рупий всего можно поклониться ей. Если есть 100 рупий. Но вот кто-то думает, что для того, чтобы достичь Господа стоп, нужно искреннее сердце. Но оно не настолько искреннее, чтобы дать 100 рупий. А вот тут Махараш знает, что помимо искреннего сердца нужно еще предложить 100 рупий. Знаете почему? Потому что мы всегда думаем, что нам все должны. А нам никто ничего не должен, мы всем должны. И поэтому надо, помимо еще искреннего сердца, уметь предложить 100 рупий. Это недорого. За то, чтобы достичь лотосных стоп Господа, это небольшие деньги. Но многие люди, они стоят и ждут. А я всегда подхожу, я подмигиваю 100 рупий. Они сразу же открывают дверь. Понимаете, да? Потому что преданные, они дарят подарки и принимают подарки. И не следует думать, что преданные – это там какие-то жадные материалисты. Они преданные думают так. Эта душа принесла, чтобы сделать севу. И я должен дать ей что-то особое. На самом деле, не думайте, что преданные думают, что я там со всех бабло собираю. Я только материалисты. Преданные думают как? Это незначительная душа принесла, чтобы сделать севу. Гурудев, он говорил интересные вещи. Когда говорили, вот, Гурудев, туда-сюда. А как вы определяете преданность людей? Он говорит, по-разному. Тот, у кого ничего нет, он может отдать себя. И я это понимаю. А некоторые люди, они живут в миру, они работают с утра до вечера. Но они приезжают, чтобы совершить севу. Я по их пожертвованию смотрю, до какой степени они верят, да? Поэтому у нас есть такие люди, которые, там, например, пенсионеры наши, они год копят деньги, чтобы поехать в Индию. Причем у них пенсия там 5000 рублей, а поездка в Индию стоит 30. Знаете, 5000 рублей на эти деньги прожить фактически невозможно, но они половину своих средств, то есть половину своей еды, половину своих, ну, понимаете, да, что это такое? Ну, половину, я буду есть в два раза меньше, скромнее и так далее. И эти деньги, эти люди, они, ну, они особенные. Почему? Потому что они отдали половину своей жизни, да, life force,
еда это самое как бы важное. Половину порции они отдали, чтобы увидеть Господа, поэтому их пожертвования, они стоят огромных денег. Вот там миллионер придет, кому-то даст там $100 на алтарь, это не будет принято как что-то великое. Поэтому каждый из нас, он может предложить то, что дорого ему, то, чем он обладает. И часто демоны, они в какой-то момент уже испытались там, совершая матери Кали и Шиве подношение, взять там, отрубить голову свою, чтобы поставить на жертвенный алтарь. Кришна Шива говорил: не-не-не, все нормально. Что хочешь, мой сын. Вот. Но веды считают, что пожертвовать жизнью для Господа это недостаточно. Твое физическое тело тебе не принадлежит. Поэтому Махапрабху сказал Санатана Госвами, он сказал Санатана. Если бы я мог достичь Кришны, покончив жизнь самоубийством, я бы сделал уже 1000 раз, не думая, что чтобы оказаться у Бога, нужно умереть. Нет, это не то. Чтобы оказаться ближе к Господу, нужно удовлетворить преданных Господа. Ты умрешь так и так, не переживай. В этом мире все смертные. Не думай, что там шахиды, там 72 девственницы, там это не является самопожертвованием. Вот жить так, чтобы служить Господу каждый день, это очень трудно. Вот потратить свою жизнь, чтобы всю жизнь начать там, воспевать Его святое имя, прославлять Его качество, деяния, да, служить Его преданным. Да, бескомпромиссно, это другое дело. Вот это является подвигом. Все остальное это для тех, кто ценит тело и все, что с ним связано. В духовной жизни это не имеет никакого значения. И поэтому Господь, Вишну Нараяна, Он показывает, что на моем груди, Он показывает и говорит: смотри, на моем груди отпечаток 100 преданных. Ты понимаешь, где они находятся? Там не мое сердце. И хоть и преданные сделал это с гневом на меня, что я типа такой медитативный, тем не менее я сохранил его в стопах своего сердца. Меня не так-то легко обидеть, говорит Кришна. Но обидеть моего преданного очень легко, если мой преданный обижает. Если моего преданного обижают, тогда это слоновье оскорбление. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы не совершить вайшнава апаратх. Вайшнава апаратхи, они, так сказать, часто мы принимаем вайшнавов за смертных, за простых, за таких, как мы. Сейчас часто мы хотим с вайшнавами быть понебратственными, хотя вайшнавы обладают недостижимыми для нас качествами. Да, и эти качества они обретают благодаря своей преданности. Поэтому материалисты могут поститься сколько угодно, совершать определенные религиозные деяния, там, устраивать какие-то там праздники, делать очень много вещей, но по-прежнему останутся материалистами до тех пор, пока они не обретут милость вайшнавов. И в этой связи очень хорошо описана история Рагунадаса Госвами, который был богатейшим мужем Индии. Его отец Говардхан был сборщиком налогов, и он собирал 200, там, несколько сот тысяч золотых монет со всей Бенгалии. И как сборщик налогов он имел право на процент. Абсолютно легально. Но однажды произошла такая ситуация, что он не послал долю местному бабайку мусульманскому. И тот пришел с армией, чтобы его поставить на деньги и посадить в тюрьму и казнить. И он бежал, остался Рагунадас Госвами. Рагунадас, он встретил этого сборщика. И вместо того, чтобы бодаться, он пошел чисто в такую схему. Он сказал: ты так же, как и мой отец, являешься государственным чиновником. Я понимаю, что мой отец и его дядя в чем-то провинились, но зачем ты пришел сюда с солдатами, с путами? Разве брат приходит к брату с оружием? То есть сказал: я пришел тебя арестовать, взять заложники. Рагунадас сказал: как ты можешь меня взять заложники, если я твой сын? Если бы ты взял брата своего сына в заложники. Если братья о чем-то поссорились, нужно просто по-братски пообщаться. И тем самым он расплавил сердце Явана. Явана сознался ему, что твой отец собирает миллионы золотых монет, а я где-то там мимо кассы
скажи ему, чтобы он долю мне прислал, и тогда я сниму с него все обвинения, ну, прокуратура. И Рагунандас, он спас своего отца, и отец подумал, какой прекрасный мальчик, в таком молодом возрасте так круто меня отмазал от... Я не вовремя дал, вовремя не дал взятку какому-то там чиновнику, да, я мог бы потерять и голову, и семью, и ребенка, но ребенок меня отмазал. Ты будешь моим наследником, ты такой умный, такой продвинутый. Но Рагунандас Госвами, он услышал о Махапрабху, и он, его сердце было пробуждено. Однажды со своими слугами он пришел в Панихати, и он увидел Нитянанда Прабху. Нитянанда Прабху в это время шел, опьяненный любовью к Кришне, Баджа Гуранге, Лаха Гуранге, Каха Гуранге Нам. Он пел свою мантру, и за ним шли мистики, тантрики, йоги, его Двадзе Шагапалы, да, там, Абхирам Такур с хлыстом Джай Мангал, который одним ударом мог дать Кришна прему. Кстати, да, вообще окружение Нитянанды Прабху, где его спутники могли просто хлыстом тебе джш, передать Кришна прему. Такое трансцендентное садхамаза. Садхамаза. И там описано, что когда Нитянанда Прабху пел свои киртаны, все как безумные махабхагаваты танцевали вокруг него, казалось, как Господь Шива и какие-то невероятные мистические существа вокруг него танцуют и поют. А один из брахманов пришел, выбежал в шоке, что это такое. Абхирам Такур стал хлыстать его кнутом, и брахман стал получать Кришна прему в потоке. И его жена сказала, не надо больше, его сердце не выдержит. Он старенький уже. И тогда его перестали бить. Что ты можешь сказать внешне, да, что какое-то удивительное существо, какая-то удивительная личность ударом может дать тебе... любовь к Богу. От одного удара только ты мог потерять сознание и так далее. Да? То есть удар. И когда я говорил сегодня на лекции, сегодня мы знаем, да, что такое хлопок с уколом, если кто-то знает. У меня сестра по попе тебя хлопает, и уже иголка у тебя в заднице вот такая. Ну вот. И почему он ударами хлыста давал Кришна прямо, чтобы компенсировать болью человеку обратное чувство любви? Потому что если бы просто чувство любви, сердце бы не выдержало. А так удар, и ты незаметно получил хлопком Кришна прему. Ты уже полон Кришна прему, но ты не умер от этого. Потому что нет такого резкого. Ну, поэтому преданные, у них разные методы инъекцирования. Но мы можем сказать, правда ли, что были те, кто ударом могли передать Кришна прему? Если мы будем не верить и сомневаться в этом, мы тогда не поймем, с кем мы имеем дело. И тогда, когда Рагунандас пришел в Панихати, он увидел Нитянанда Прабху своими глазами, но был настолько очарован, и он припал к нему и сказал, я хочу милости. И Нитянанда сказал, хочешь милости, вот их накорми. И Рагунандас, он пришел со слугами, да, молодой аристократ, он там, снял с себя все перстни, там, раздал их преданным, сказал там, слугам, идите, скупайте. Скупайте весь бананы, чип-райс. Чип-райс – это попкорн в море. Скупайте сахар, йогурт. Это же не то, что раньше, не то, что там в Индии, что ты там пришел в супермаркет, там можно 100 килограмм сладости, да? И его слуги побежали по всем домам, молочников, Гоши, и у каждого Гоша просили, покупали, отдай нам все, что у тебя есть. Отдай нам весь твой йогурт, отдай весь... гур, весь пальмовый сахар, а там же в Индии как там, там гур продается, здесь йогурт, там делают мурья. Не монополия, просто ну, мы привыкли к тому, что все в одном месте, на самом деле в Индии это было не так. Каждый делал что-то одно, а кто-то сладости, кто-то это, и нужно было собрать не с одной деревни, чтобы накормить, за Нитянанды Прабху шла толпа, там несколько сот человек, да, и ну, тогда слуги прибежали с большими горшками, йогурта, и невозможно было накормить на самом деле столько людей, там не было таких котлов, посуды, поэтому сделали чип-трайс, мури, попкорн, и только рисовый попкорн, его замочили в йогурт, и это был такой йогурт, и вот этот, из этого сладкого риса его раздавали на листяные тарелки преданным, Нитянанда Прабху, все это были сладкоежками, все съели. Мы знаем, что однажды,
когда Махапрабху и Нитянанда Прабху должны были закрыть вопрос пребывания в материальном мире, а Адвейта был в Пуре, но Адвейта приглашал всех саньяси, всех махабхагават в дом. Ну, какая-то была традиция, что саньяси не мог зажигать огонь, он не должен был есть в своем доме. Ну, и брахманы до сих пор в Индии это традиция, они, почему с вами должен быть толстый, потому что толстый с вами много ест, и как бы это как бы типа модно. И нужно пригласить преданных в дом. И поэтому Махапрабху с его спутниками, живя в Пуре, ходил из дома в дом. Но когда там был Адвейта, у него было свое место в Пуре, и Адвейта с его женой и сыновьями, он пригласил Махапрабху, но Адвейта сделал большую хитрость, которую потом вычислил Нитянанда и Махапрабху. Адвейта пригласил Махапрабху, но он знал, что если Махапрабху придет с толпой саньяси, всякие Рамачандра Пури и другие, они будут смотреть, что он там ест, и потом Махапрабху не сможет нормально расслабиться, покушать, они не смогут перетереть как бы свою терку. Ну вот, и поэтому он вызвал бурю. Бурю, град, дождь. И все саньяси увидели, ой, буря, посидим дома. Но Нитянанда с Махапрабху пришли к Адвейте, и там 60 килограмм риса, там написано там, горшки дал, там шукта, там, ну, вообще там описано на самом деле очень в читании Чайтамриты, какие блюда Махапрабху ел. Ну вот. И Адвейта, ну, такая небольшая комната. В Индии есть место кухня, а есть место для приема пищи. Место приема пищи в старинные времена это была такая небольшая комната, вот примерно где-то вот такая. А все остальные садились во дворе, разносили. И Адвейта, он посадил Махапрабху и Нитянанду, они были такие здоровые, большие, посадил их в два угла, а вся остальная комната была заставлена горшками с едой. И Адвейта, там было около 200 блюд, и Махапрабху говорил, куда ты столько ложишь мне? Ты что, старик, с ума сошел? А Нитянанда Прабху говорил, давай, это самый жадный домохозяин, что ты ему положил, ты ложи мне побольше. Ну вот. И таким образом была их шутка, потому что все они знали, кто есть кто. Адвейта никто иной, как Махавишну, Нитянанда Баларам и Господь Махапрабху. Представляешь, они втроем сидят, Махавишну, Баладев, и Махапрабху, в котором Радхарани и Кришна. И Баладев говорит, давай, жадный старикашка, что ты мне положил так мало? А ему Адвейта отвечает, да такие, как ты, только и носят титул саньяси. Мы-то знаем, что у тебя там и тетки, и алкоголики, все твои друзья. Ты только носишь титул саньяси. На самом деле, ты просто косишь под саньяси, чтобы хавать, объедать домохозяев, которые живут скромной жизнью. Ну вот. А Махапрабху говорил, не надо, я ем совсем чуть-чуть, одну ложечку. И Адвейта пытался, Адвейта ему говорил, как Господь Джаганнат, ты принимаешь 64 подношения каждый день. А ко мне пришел, я тебе всего лишь пытаюсь положить там всего по чуть-чуть. И ты начинаешь меня разводить, что ты... Я знаю, кто ты. Ты Парам Брахман. Ты тот самый, не отличный от Господа Джаганната. А сейчас мне говоришь, что ты по одной ложке всего ешь. Как Джаганнат, ты съедаешь тонны. Ну вот. Нитянанда Прабху Адвейта говорил, а ты вообще как бы даже непонятно какой ты семьи, сословия, непонятно из какой ты касты, непонятно кто ты. Одни говорят, что ты саньяси, другие говорят, что ты домохозяин. Вообще в целом сводится мнение, что исходя из твоего окружения, что ты очень сомнительная личность. И любой человек, браман, он если ест пищу, если пища млечки касается брамана, то считается, что он теряет свою касту. И тогда Адвейта стал остатками своего риса бросаться в Адвейту. Ах, ты стал жалкий старик. Ты говоришь, что я млечка, так вот на, смотри, теперь кто ты. Раз, бросил. Типа, я уже попал в тебя своим рисом, значит, ты тоже млечка. Ну вот. Адвейта там. И в целом это было потому, что Адвейта написал стих. И стих звучал так, что когда-то было время, когда был...